Итоги антинаркотического месячника «Щелково за здоровый образ жизни» обсудили на очередном заседании антинаркотической комиссии. Возглавил его заместитель главы городского округа Щелково Виктор Семин. Члены комиссии обсудили вопросы, касающиеся реализации мероприятий антинаркотической направленности в образовательных организациях. Охват обучающихся более 26 тысяч детей. Также проведено 565 родительских собраний со следующей тематикой: организации проведения ежегодного социально-психологического тестирования наркотики, дорогие для родителей, беда для общества, как уберечь детей от наркотиков, роль семьи в профилактике наркомании подростков и другие. На заседании поговорили также о мерах по вовлечению молодежи в общественно полезную деятельность, на контроле состояния работы по оказанию наркологической помощи, реабилитации и ресоциализации наркозависимых. Продолжается работа по профилактике правонарушений и пропаганде здорового образа жизни среди получателей соцуслуг, проживающих в учреждениях социального обслуживания округа. Сегодня мы рассмотрели три вопроса, которые у нас на повестке дня. Ну, видно, что у нас в городе проводятся все вот эти мероприятия с детьми, да, и здоровый образ жизни, и нет наркомании. Поэтому и многие из вас принимали, в том числе и я принимал участие. Поэтому я думаю и уверен, что у нас эта работа на хорошем уровне. Поэтому спасибо большое всем, кто принимает в этом участие. И работа с детьми это всегда ценилось. Уважалась, потому что это наше будущее.